Около 6 тысяч окопных свечей изготовила семья из Махачкалы в поддержку военнослужащих, прибывающих в зоне СВО. В небольшой квартире Ильясовы развернули импровизированный цех, в котором неустанно кипит работа. Инициативу семьи поддержали неравнодушные дагестанцы. Очередная крупная партия свечей готовится к отправке. Подробности в следующем материале. Для начала делаем заготовки. Берем жестяную банку, заполняем ее конструкцией из картона, а затем заливаем растопленным медицинским парафином. Гаджи Ильясов во время изготовления очередной партии окопных свечей рассказывает, как происходит процесс поэтапно. Надо несколько раз подливать. Она дольше горит, чем это, на 40 минут где-то. Ну, солдаты говорят, это несущественно, вот эти быстрее делать конструкции. Сейчас решили на них перейти. Первую партию парафина, порядка 200 килограмм, заказали в Перми. Но сумма выходила немаленькая, и в дальнейшем для приобретения сырья стали объявлять сборы. Идея о том, чтобы оказать посильную помощь ребятам на передовой, пришла после прочтения статьи. В «Московском комсомольце» была статья, что солдатам передовой требуются мини-печки, их солдатские свечи называют. Ну, после этого решил делать, потому что, думаю... Деньгами не могу, не богат, но руками могу же помочь. Вот так и начали. Небольшая квартира семьи Ильясовых превратилась в настоящий цех. Свечи изготавливают здесь же. Немалый фронт работы и стесненная обстановка их не останавливают. Вместе с благодарственными словами от военнослужащих поступает просьба отправить еще. Из-за холодов в них есть острая необходимость. Сегодня мы забираем количество около 300 штук, отправляем адресно нашим бойцам. На зоне специальной военной операции отправляем именно 136-й бригаде, также 177-му полку Каспийской флотилии. А также от регионального отделения Народного фронта хочу выразить огромную благодарность семье Ильясовых. Мы уже полтора года, уже второй год работаем с ними. В огромных пакетах теплые одеяла, полотенце и постельное белье, которые могут хоть где-то они использовать. Я у людей собрала. Спасибо людям, кто откликнулся. Снизу постели, сверху укроется, одеяло теплое. Помогают все, не только члены семьи, также соседи и неравнодушные люди. Когда он мне говорит, статью принес, говорит, вот посмотри, банки помогают, окопные свечи. Я говорю, а где у тебя, где такие банки найду столько? Все равно, хоть так я сказал, уже начал интересоваться, сельчанку увидел, я говорю, я работаешь в магазине, там салаты делаете, можете нам банки собирать? Она говорит, хорошо, посмотрю. Она потом позвонила и говорит, Маржи, я вам собрала банок. И у нас пошло, и они начали собирать, и люди начали приносить. За 2 года более 5700 окопных свечей отправлено в составе гуманитарной помощи на передовую в зону боевых действий. Большую часть партии свечей забирают волонтеры из регионального отделения Народного фронта и представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Байгинату Старханова, Саид Кутиев, Паризат Курбанова. Время новостей.